Паспортизація запису, дата запису 1 жовтня 2021 року, місце запису – місто Лиман Краматорського району Донецької області. Хто записав? Коцур Юлія Олексіївна. Респондент, представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка, як вас звати? Олександра Михайловна, Поклонська фамілія моя. А коли ви народилися? У 1925 год. А дата народження? 6 ноября. А де ви народилися? В Красному Лимані. В Красному Лимані. Це місто тоді було теж? Да. А де працювали ваші батьки? Отець на железній дорозі, головним кондуктором. Він водив поїзди на Харків, на Ростов. От. Главным кондуктором. Тогда должность такая была. Сейчас она называется начальник поезда. А тогда был главный кондуктор. А как его звали? Какого року народження він був? Михаил Гаврилович. Его фамилия Шепель. А родился он в 1903 году. 1903 год. Вот. А мама? То, а мама тоже в Красном Лимане родилась, но из третьего года. То есть из шестого года. Отец с третьего года. Из шестого. Нет, с третьего отец. А мама с шестого. А маму как звали? Елизавета Яковлевна. Лиза. Ее. А мама где працювала? Нигде, домохозяйка. А кроме вас еще дети были в семье? Ну вот это же еще двое. Это братик Виктор. Он в 32-м году родился. Угу. Умер уже, его нет в живых. Он был в армии, потом сверхсрочно долго был. А потом он в Волгограде жил и там и умер. А крім брата, ще були? Сестра у мене ще, Клава. Вона жила тут, в Лимані. Вона з 37-го року народження. Угу. От, теж умерла, нету. А в 32-му, в 33-му ви жили в Лимані? В Лимані. Угу. І чи був тут голодомор? Тут був? Ну, я не знаю. Я ж говорю, ми не чувствовали. І я слова такого не знала. Были одни лучше жили, другие хуже. Ну, как говорится, где больше работоспособных было в семье, те лучше жили. А где детей больше было, а некому было зарабатывать, те хуже жили. Но чтоб совсем голодали, я такого не знаю. Я помню, это против нас жила семья, у них было много детей. Вот. И так бедновато жили они. Ну, так я вот, отец же привезет мне гостинцы, там это с Ростова или с Харькова. И были у нас всегда конфеты, всегда. Я их хоть и не любила, но они были. И я то наберу и этих детей угощаю. Это, они рады были такому. А папе на железной дороге зарплату платили, чи давали пайок? Зарплату платили 410 рублей, помню, эту зарплату. Це в 30-х годах? А? Це в 30-х годах, в 32-му, в 33-му? Да, 410 рублей у него ставка была. Угу. Такая, а так. А да. У вас хозяйство якесь було у батьків? У нас лично не было. Мы ж на частной квартире жили. А у бабушки в одной и в другой те держали много. По линии отца там же было 5 хлопцев и 2 девчонки по линии отца. И все хлопцы это, ну, что-то делали. А помню, это Ваня самый меньший, тот кролей держал. А сарая не было, он выкопал яму здоровенную, так 2 на 2, наверное, такая широкая яма и глубокая. И вот он там кролей держал.
И кидали с огорода. Только листья капусты, буряк, там морковка, что. Вот он их так кормил. И мясо было. А бабушка с дедом, они и корову держали, и это, курей держали, и свиней держали. А по линии мамы здесь тоже была большая семья. Я же говорила, что эта бабушка вышла замуж, муж умер ее, и осталось трое детей. И одна уже была замужем дочка, а двое поменьше. Это моей маме было 9 лет, она рассказывала, а ее сестре было 6 лет. И вот старшая Маруся вышла замуж, и у нее, муж такой большой души, как говорится, человек добрейший. И это ребенок родился в них. И вот эта мама моя, 9 лет, и ее сестричка Таня. Бабушка же их забирала, она же вышла замуж за другого. А у него тоже 5 детей, и одна девочка Катя, и еще и мать была, 100 лет ей было. Вот это я хорошо запомнила, что, ну, они же уже с рассказов, конечно. Так они возле озера жили. Эти тоже большое хозяйство держали, и корова у них была, и барашек держали, утки, куры, и поросят держали. У них еды было полно. Ну, а семья... где они працювали? Нигде. Это дед тоже на железной дороге работал, а бабушка нигде. Бабушка с семьей. А друга бабушка, дедушка, они теж ніде не працювали? Ні, дедушка на железной дороге работал. И той дедушка? Да, да, да. Все на железной дороге працювали? На железной дороге работали. Вот. Тот дед, они там на колхозной улице жили, и это 7 километров ему на работу надо было ходить сюда, на железную дорогу. И он всю жизнь проработал. Это... Бабушка рано вставала, готовила еду, тормозок ему, он поест, и пешком это, в депо. А это, ну и потом назад же пешком приходил. Вот так они жили. А хлопцев много было. Это, потом они, каждый, как говорится, нашел себе место в жизни. Вот. А не розказували там, зерно в людей не забирали в 32-му, в 33-му? Не шукали? Розказували, забирали. Вот. І бабушка розказувала мені, що забирали. Говорить, это лазили по чердакам, там это искали, забирали. Вот. Кто лучше жил, так более-менее матеріально, обязательно приходили с обысками и что тогда заберут. Вот. И это бабушка рассказывала, что, говорит, пришел, говорит, мужик, залез, говорит, это на чердак, а у них там зерно ж было, и тянет мешок зерна. А Валя, дочка, она старше меня, полезла, говорит, за ним, за задницу, укусила. Он же тянет, она его, и говорит, так укусила, аж кровь пошла. Вот. Он как заорал. Ну, дальше бабушка мне не рассказала, не знаю, забрал он тот мешок или спрыгнул из чердака, вот это не знаю. Ну, рассказывала бабушка, так мы хохотали. Это, Валя говорит это. Я говорю, и не боялась, он же мог ее ударить и все. Да, она говорит, как заорала, а мы шаисты будем. Это такие дела. Так что, где побогаче жили, тех, конечно, шныряли. А вот это я в санатории была, у Трусковце. И со мной в одной комнате женщина из Львова жила. Это Ева Ивановна, я ее хорошо помню. Такая благородная женщина. Они что-то сначала к Польше это, принадлежали. А потом им предложили, когда объединили это Украину. Это присоединили Западную Украину. Так это самое... Говорит, мы когда жили там, так
Я не знаю. Тоже, говорит, шныряли, забирали. И, говорит, мама в печи это, чугунок и с фасолью это, запрятала. Так нашли, говорит, этот чугунок с фасолью. Мы, говорит, так плакали. Это Ева Ивановна из Львова. А потом это ж они, им же предложили, или здесь оставайтесь, или на Западную Украину. Это, нам, говорит, и квартиру сразу дали двухкомнатную. Вот. Это она рассказывала, просто мы в одной комнате с ней были. Так это а у дедушки, у бабушки тоже зерно десь было заховане? Вони ховали зерно? Не, не было. Вот на чердаке у них было только. А хозяйство не забирали в колхозы? Не, не забирали. Может, у кого и забирали, не знаю, но бабушка не рассказывала. Вот. И ни одна, ни другая это. Я знаю, что молоко приносили. То одна бабушка, то другая бабушка. Я первая внучка была. То все же их подростковые дети-то и были. А я, это мой отец Михаил говорил, что он был самый старший. А потом Андрей, потом Максим, потом Иван, потом Алёшка. И это... он женился, самый первый, вот это ж мой отец, Михаил Гаврилович. И я самая первая внучка была у них. И в одной семье, и в другой семье. Так что я же говорю, что я любимым ребенком была. И одна бабушка приносит гостинцы. Это по линии мамы бабушка любила печь пирожки с картошкой. Вот она печет, принесет тепленьких еще, сметану принесет. И в 33-му пирожки были, сметана была? Да. Вот. И в 33-м. В 33-м это ж, я же говорю, что нам квартиру дали вот здесь, на южной стороне. Возле больницы в бараке, двухкомнатную квартиру. Это куда, там расцвет какой был, это радости сколько. То ж мы жили такой, знаете, земляной пол, ну, как и раньше, то хата. А це тоже съемна була, це земляной пол, що ви кажете? Съемна була квартира? Раньше, до того, как тут дали. Угу. А здесь от железной дороги дали бесплатно. Бесплатно дали квартиру. Ну, как обычно ж давали квартиры. А вы казали, что тато не просил цієї квартиры, да? Он стеснялся, он не просил. Я же говорю, что мама пошла же, допекло ее скитаться. Вот. А тем более, там, где мы жили, хозяева пришли и сказали, вы освободите, нам нужен домик. Может, для кого-то другого, я не знаю. А освободите куда? На улицу. Вот. И тогда бабушка, вот эта по линии мамы, забрала к себе, говорит, а переходите к нам. Несмотря на то, что у них семья 10 человек, но у них там к дому был типа флигелька, это пристройка. И там печка стояла, или кухня она у них была, я не знаю, чем она служила. Ну, комнатушечка, это как вот это... Наша комната убрать шифонер, вот так, по шифонер. Помещалась только кровать и столик, больше и плита была. И вот бабушка тогда говорит, ну, живите здесь. Так поставили кровать, а мне-то спать негде было. А родился братик. Куда? Так они там два стула поставили и корыто. И в корыте постелили, вот он спал в корыте. А меня бабушка к себе забрала. У них вот старые дома были, знаете, печка. А потом это, ну, то, что с этими рогачами туда, как она называется, не помню. Печь тоже. Ага, не помню. А там же закоулок такой был, это, и там жарко было. Это мы там втроем спали, пока уже дали квартиру папе с моему. А уже когда дали квартиру, тогда хорошо было. Я же говорю, что мы как на свет родились.
Вот. Так, а мама пішла попросила квартиру, щоб йому дали, да? Да, мама пішла. И там расплакалась и говорит, что это такое, говорит, то он на работе, то он, говорит, общественными делами занимается, вот, уходит. А мы, говорит, ютимся, это, ребенку спать негде, а маленький же родился, стулья поставили в корыте, спит рядом с ними. А прохода не было, вот, это манюсенькая комнатушка. А он никогда, он, ну, стеснялся просто, он, так, как говорится, ходил нарядный такой, как король, куда там. Его очень, он всеми уважаемый был в резерве. А квартиру, видите ли, он не хотел. Это, ну, или стеснялся, или я не знаю, по каким причинам. А уже мама как пошла, как дала там разгон. Говорит, это мы его дома не видим, то он на работе, то он общественными делами занимается. А нам жить негде. А начальник их не так большие глаза сделал, то говорит, надо же, говорит, Михаил Григорьевич, мы никогда не думали, что у тебя нет жилья. Что ж ты, говорит, молчишь, ничего не говоришь. Отругал его. И тогда сразу нам дали квартиру. А вот это вы рассказывали, что бабушка рассказывала, приходили зерно забирать. Вот. А кто эти люди были? Кто это приходил? А кто его, откуда я знаю? А как их называли? Не знаю. А раскулачивали людей тогда? Ну, кто его знает. Бабушка ж что-то говорила, что раскулачивали вроде. Кто говорит, лучше жил, у того забирали. Это там то зерно, то, ну, продукты, короче говоря. Тільки продукти? Так хто його знає. Може, ти ще щось забирали, не знаю. Не знаєте. А чи були голодні люди, наприклад? Чи бачили ви, може, десь голодних, пухлих людей, які їсти просили? Я не бачив. У мене такого впечатлення нету. Нет. Обикновенні люди були, як і всі. Подружки мені ми. То же самое у них, у меня эта подружка была, у нее отец был председатель колхоза. Вот. Тоже добрейшей души человек. Он, эта бабушка рассказывала и говорит, и эта лошадь это с бричкой давала, кому-то что-то надо подвезти. Он говорит, без проблем, до него обратишься, он говорит, всегда поможет, всегда. И вот это, а с его дочкой я дружила. На скакалке прыгали, помню. А они жили десь поряд біля вас? Да нет, не рядом, а на другой улице жили. А колхоз десь бо тут в Лимані був? Да, был в Лимані. Угу. В Лимані був. А людей колхоз не заставляли йти, як люди в колхоз сходилися? А я не знаю, они сами ходили или заставляли, я этого ничего не знаю. Ну, с нашей семьи, вот кого я знаю, по линии отца, по линии мамы, в колхозе никто не работал. Все на железной дороге працювали? Да, на железной дороге. Ну, там, ну кто там особо, это, дед. И один дед, и другой дед. И все. А больше это уже когда выросли, когда после войны у нас погибли. Это Андрей, он был в партизанах, его расстреляли. Там это рассказывали. Тут ему даже хотели памятник поставить в Красном Лимане. Вот. Это выполнял он какое-то задание, его поймали немцы и заставили выкопать яму и расстреляли. Угу. Это Андрея. А Иван, никто не знает, куда он делся. Никто не знает после войны. Вот. Где он похоронен даже, где, ну ничего не знаем. А это Максим, он был полковник авиации.
Он вернулся с фронта, одной ноги у него не было, без ноги. Вот. А вы оце рассказывали, что с подружкой познакомились. Вы уже в школе познакомились с нею? Да нет, еще до школы. А когда вы пошли в школу? В каком году пошли в школу? Ну, когда... Когда тогда брались? Тогда, по-моему, с 8 лет брали в школу. То вы в 33-му пішли? Наверное. І там діти теж ніхто не голодував? Ні. А було в школі харчування? Ні, не було. Тоді не було. Ніхто нікого не кормив. Кожен, що мог, брав з собою тормозки. Угу. Кожен з собою брав, так? Да? Да, з собою брали. А хто не брав, а хто брав. По-разному було. А люди помогали один одному тоді? Очень даже помогали, очень помогали. Люди добрейшей души, я знаю людей. Я не знаю таких эгоистов, как сейчас. А от чи хтось з ваших ровесників казав, що був голодомор? Ні, ніхто не говорив. Ніхто не говорив, що там голодували? Ні. Нет, я же говорю, что продукты, одеваться не во что было, одеваться. Вот. Как говорится, полураздетые, полубосые. Вот. Я помню, это Алексей, это по линии отца, это ждет, пока дед придет с работы. Потом спрыгнет это из печи и в его сапоги ускочит и бегает по улице доволен такой. Зимой особенно. Вот. Это дед, как увидит, нет сапог. Ах ты, Алёшка, да сукин сын, да я тебе сейчас... И давай, это... Чтоб не трогал мои сапоги. Ну, короче говоря, еды было полно, все было. И у этой бабушки, о которой я рассказываю, по линии отца. А одеваться не во что было. А хозяйство никто не забирал колгосп? Нет. Нет. И поросят резали. У них это... Ну, тогда ж холодильников не было. Они у бочки засаливали солонина. И сало, и мясо. И у бочки это... И яйца лежат, и все такое. А по линии бабушки... Ви казали, що приходили зерно забирати. Так один раз вони приходили чи несколько раз приходили? Ні, один раз. Бабушка розказувала, що один раз. Я ж говорю, що я не знаю. Последствий не знаю. Потому що это... Що ви говорите? Ні, нічого, все добре. А у другої бабушки зерно не забирали, не казала вона? Ні. Ничего не говорили. А кто такие активисты, вы чули? Активисты? Угу. Не знаю. Не знаете? А в поле зерно тоді можно было собирать? Колоски можно было собирать в поле? Не, нельзя было собирать. Это мне рассказывали. Это бабушка рассказывала. Это и одна, и другая. Боже, сохрани, говорит. Как поймают, так это судили. Вот, нельзя было собирать. Це в 33-му таке було, да? Та я не знаю, в якому году. Не знаю. А в 46-му, 47-му голод був? Голодали тоді? Да, от это я помню хорошо после войны. Угу. Я демобілізувалась, приїхала домой, і у мами теж хоч шаром покати. Ничего. Вот, ну, если она там кому-то что-то пошьет, что-то принесет, и вот она разделит, вот. Ну, я сразу взяли меня в больницу, я работала медсестрой в железнодорожной после войны-то в 46-м году. И помню, это один случай, я готовилась в институт. Я в 46-м не могла сразу поступить, а купила программу.
это и выбрала себе институт, куда я буду поступать. И по программе я это набрала, книжки достала. Это я готовилась в институт. А работала на две ставки в больнице. Это в 1946 году. Ну, тогда ставка была медсестры 375 рублей. А мама работала в столовой, кухонной работницей. У нее 330 оклад был. Вот. Это я хорошо помню. Это ж уже более в зрелом возрасте после фронта. Я самая молодая была этого. Угу. И от 46-47 тоді не хватало еды, да? Чи в чем была проблема? Були голодні люди, пухлі? Была карточная система. 400 граммов хлеба на человека. Вот. И, ну, там и крупа, сахар, по-моему. Ну, что-то еще давали, не помню. И к нам в больницу поступила, это привели девочку, помню. Такая истощенная девочка, мы ее лечили. Вот. Оказывается, она ехала где-то из Харькова, и это у поезда у нее умерла мама. Вот. Сказали, что она от голода умерла. Вот. А девочку сняли у нас в Лимане. И вот это привели ее в больницу. Ну, она лежала в больнице, а потом это начальник отделения, помню, говорит, Сашенька, говорит, может, ты возьмешь эту Верочку к себе? А я говорю, я и рада, говорю, взять, но куда я ее возьму? Говорю, я ж в институт поступаю, а у мамы кроме меня еще двое. Я говорю, не могу сделать. Ну, тогда мы оформим документы, отведи ее в детский дом. А детский дом вот это у нас, он за забором. Ну, это уже построили после войны, это трехэтажное здание. А тогда там одноэтажное здание было, и там был детский дом. И я ее отвела в детский дом, эту Верочку. Я ее навещала, пока в институт не поступила. Она ко мне в гости приходила. А потом я это поступила в институт и, помню, на каникулы приехала и пошла ее проведать. Она выскочила, так обрадовалась, на меня набросилась. Я помню, оно и, конечно, я же стипендию уже получала. Я ей дала 5 рублей на конфеты. Ой, сколько радости было, это не передать. А потом я не знаю, куда она делась. Ее куда-то вывезли и, как говорится, связи потеряли. И я об этой девочке ничего не знаю. Вот. Так вот, это я помню, что она сказала, что мама опухшая вся была, говорит, с голоду. Это, от голода. Откуда ехала эта девочка? Звідки она была? Со стороны, откуда она родом, я ничего не знаю. Ее сняли у нас в Красном Лимане, а ехала она вот этим из Харькова. А сколько років ей было? Ну, может, лет 8, может быть, 9 такая. Верочка, помню, зовут ее. Так это я помню. А у нас здесь, ну так, чтоб пухли с голода, нет. Но недостатки были, как говорится, очень большие. Другой раз до зарплаты ж не хватало денег, если мама 330 рублей получала. Тогда за квартиру заплатить, они очень дешево, не то 3 рубля, не то 5 рублей за квартиру платили. Я не помню, сколько мама платила. А я поступила в институт, я же заработала деньги в больнице. И на билет у меня было, ну тоже ж так, как говорится, перебивалась. А уже когда поступила, начала получать стипендию, уже мне легче было. У меня стипендия была 320 на первом курсе, в первом семестре. А у мамы оклад был 330.
Она не давала, не хотела, чтобы я поступала в институт. Говорит, ты с голоду пропадешь. Говорит, помочь я тебе, говорит, не могу. А я говорю, да ничего, мама, перебьюсь, говорю, как-то. Но я старалась. И повышенную потом стипендию получала, сдала экзамены на все пятерки. И мне повышенную стипендию платили, уже 340. А в каком году вы в институт поступили? У 47-м. Тогда было трохи легче, чи еще трудно было? Не, еще трудно было. В 47-м году еще было трудно. Легче уже стало где-то 48-й, 49-й. Вот. Отменили ж карточную систему. То нам давали 400 граммов на день хлеба. А нам, студентам, давали сразу за 3 дня. Вот так кило 200 получим. Помню, буханка и пол буханки. И кусок. Ну, мы пока дойдем от института, все полбуханки съели. Потом за 2 дня снова сидим, а день без хлеба. Перебивались. Ну, а так было дешево. Студенческая столовая была, и можно дешево было, там где-то 30-50 копеек, можно и на 20 копеек поесть. Я помню, оладьи стоили 11 копеек, там со сметанкой или с повидлом. Чай 2 копейки стоил. Ну, кусочек хлеба, там копейка.